Сегодня 22 января, мы уже находимся в Макапуларе 4 дня, и все эти 4 дня нас окружают достаточно теплая, а главное солнечная погода. Если подробнее о температуре, я как раз вынес на улицу термометр и ходил, периодически смотрел, то ночью температура в 5 часов составляет 10 градусов, к 12 часам 18 градусов. Ну, а днем уже примерно 21-22 градуса. Вот я сейчас иду в футболке, гуляю, в принципе, очень комфортно. Ну, а к вечеру температура опускается до 13 градусов, и уже, конечно, в футболке не походишь, но если одеть сверху кенгуруху, то будет достаточно тепло и комфортно. А так, вообще, в принципе, очень тепло. И каждый день вообще он очень... солнечный и классный.